Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 21 мая. В этот день, в 1848 году, был открыт пассаж. Крытая галерея с торговыми рядами. Современников поразили блистающие светом и роскошью трехэтажные галереи под прозрачной крышей протяженностью в 180 метров. Первый в Петербурге пример столь масштабного стеклянного покрытия. На первом этаже здания помещались склады, на втором торговые помещения, на третьем квартиры. Владелец граф Эссен Стенбек Фермор задумал и воплотил Петербургский пассаж как центр культурной и светской жизни столицы. Анатомический музеум, механический театр, кабинет восковых фигур, кабаре, диковинные диорамы. В расположенном со стороны итальянской улицы концертном зале устраивались публичные научно-просветительские лекции. Проходили вечера литературного фонда. Здесь выступали Тургенев, Некрасов, Достоевский, Чернышевский, Шевченко. В 1900 году здание было перестроено и приобрело современный вид.